Азербайджана, с Казахстана, с Китая и, кстати, с Марокко. Вот. Игрок встает вот сюда и должен бросить монетку на стол. Обязательно броском. Монетка должна попасть между зубчиками вилки, и тогда... Тогда считается, что монетка сыграна. Да, и тогда считается, что монетка сыграна. Чем больше сыграна монета у игрока, тем лучше, значит, он победил. Просик, хочешь это? Да, конечно, буду. Кадер. Ну, давай на сулифа. Сулифа, давай. Сулифа. Подожди, я не вижу. Сулифа. 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 Ладно, ты первый. Что у меня было? У меня колодец, да? Камень был. Я выиграл. Я первый, да, получил? Да, ты первый. Пошли. Так, Русик. Наш друг будет здесь сидеть, наблюдать, да? Угу. Давай. Сидеть. Он лежать хочет. Положи его. Он тебе мешать будет. Не, вот так. Ну давай, ты готов, Русь? Я готов. Смотри, готов? Да. 10 попыток, да? Да. Вилочка готова? Вилочка готова. Мы закрепили, все. 3, 2, поехали. Минус 1. Минус 2. Минус 3. Давай, постарайся, Русь. Да, да, это знаешь как? Ну ты понежнее кидай. О, близко, близко. Давай, 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 давай. О, нет. Ни одного. Ни одного? Ни одного. Ну, моя очередь, Руси. Давай. Так, Руси, я не хочу так быстро кидать. Можно еще не быстро кидать? Да, можно. Мы не на время. Да, давай. Я готова. Давай. Ауч. Так, подожди. Я вообще не могу подстроиться. Оу, ты что, отодвинула? Да, она мешать будет. О, уже смотри, пошли. Уже покатилась. 5. Мне кажется, я чувствую, Руси. Давай. Я чувствую. Это какой-то буллинг с монетками. Русика, попытка номер 2. Да, у нас произошла рокировка 10 копеек азербайджанских, закатились куда-то, и теперь у нас такая маленькая 20. Ну давай попробуем, может маленькая принесет удачу. На последний. Я готов. Давай, раз, два, три, пять. Ага. Давай, второй. Давай, Русь, давай. Марокканский. Слушай, ну был близок. Марокканский. Тоже, вот он, брат его. Нет, ладно. Азербайджанский копейк. Видишь, он переехал. Переехал он его. Классно. Хоть близко уже. Нет, сейчас еще раз, давай. Китайский юань в деле. Нет, как, нет, мимо. Хорошо, давай. Блин, это игра на терпение. Мне теперь что делать? Я это, так не смогу. Это азербайджанский 10 копеек. Ну-ка. Двадцаточка. Ну давай. Ну ты убери оттуда. Да, вот сюда, победитель. Так, ложим. А, нет. И вот она, маленькая двадцатка. О, она даже не докатилась. Ну один-один сделал. Да, Русик, у меня настроение испортилось. Да нет, ты что, я тебе... Да как я не смогу? Это мотивация. Я думаю, это тоже не получится. Это мотивация. Ну, давай. Давай, поехали. Ой, как рядом он проехал. Да, уху. Молодец. Подожди, не трогай. Да, что это вошел? Так, это... Покажи. Это марокканское что-то, мне кажется. Марокканская монетка залетела. Молодец, это ты с третьей попытки. Со второй, да? Умечка. Мимо? Ну ничего. Ауф. Давай, давай. Соберись. Ну ты чё так? Одну забила, все? Маленькая двадцатка ушла. Последняя? Угу. Давай, крайняя. Ай-яй-яй. 1-1, третий раунд. Поехали. Раунд 3, да? Да. Ну желаю удачи, Русик. Третий раунд. Давай. Они опять либо знают, либо нет. А тут все на удачу. Она. Ай-яй-яй, давай, давай, давай. Соберись. Ничего, ничего, давай, давай. Блин, рядом, рядом, рядом. Волшебно. Уф. Ну, да, Русь, мне не подавайся. Да, ну если. Подпрыгнула вообще. Ну, давай. Я хочу играть. О, да, 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 да. Ты представляешь, это опять 20 копеек азербайджанских.
Они вот у тебя счастливые. Зашел он прям вообще, молодец. 10 копеек, поехали. И вот она. Последняя? Да, наша. Финальная. 2-1. 2-1. Третий раунд, берусь, какой ход. Третий раунд, берусь, твой выход. Нет, ну, либо у нас ничья будет, да. Либо на четвертый можно. Давай, удачи тебе, Вера. Ой, как опасно, я же дернулся чуть-чуть. А ты убери, я же тебе не мешал. Не волнуйся. Давай, давай, дыши, дыши. Руся! Ай, чё? Опс, сори. Меня вообще... Да, я аж за тебя переживаю. Руся! Ты это видел? Крошня просто, да? Давай! Ой, рядом, неплохо. Ой-ой-ой, и это... Что это было, Вирусь? Это была хорошая игра. У меня второе место.